Всем привет, доброе утро. Я сегодня встала немного пораньше, чтобы накраситься вместе с вами. Вот, я уже позавтракала кашкой, у меня и завтра будет кашка, и пока я ее не доем, эту кашку надо доедать. Наварила, доедай. Вот, я уже тут принесла все, что мне надо и что, наверное, не надо. Я, кстати, в прошлый раз забыла вам показать вот эту еще палеточку. Тоже от Кико. Это для... Ой, блин, как открыть-то? Эти... Румяна, всякие... Ну, вы поняли, да? Я ими тоже пользуюсь. Поэтому сейчас будем с вами моливаться, наводить красоту. В общем, как-то так. Я уже помыла, умылась. Что-то у меня сегодня на голове непонятно чем. Умылась, никакие там крема не наносила. Сейчас просто не нанесу вот это, CC-крем, клинки. Сейчас им пользуюсь, потому что сверху пудру наношу. А летом нет, он очень жирный. Прям вот так. А нет, надо было сначала тени, ну ладно. Вот видите, вы меня с панталыги сбили. И вот так просто размазываю вот эти места. Усы. Нос мой красный. У нас на этой неделе праздник, в субботу, день Испании. Поэтому... Все будет закрыто, но я откроюсь на полдня. Потому что мои клиенты, они даже не в понятии, что праздник или еще что-то. Я им говорю, в субботу праздник. Они, да, ну надо же. Поэтому придется открыться. Палетку использую вот эту вот. От Maybelline New York. А цвета какие, даже я не знаю. Все зависит от того, что я буду надевать. Я, наверное, буду использовать вот этот цвет для начала. Чё ты? Намажем. Все подвижное веко. Прям вот так вот. Я не какой-то бьюти-блогер или еще что-то. Как мажусь, так и мажусь. Красоту наводить как навожу, так и навожу. Я это делаю в другой комнате. Там у меня есть лампа, которая прям светит мне в глаза. И вот этим цветом. Надеюсь, вам видно вот этот. Будем в уголки глаз красить вот так. В складочку. И растушевываю. Не до конца, вот так. И растушевываю. Чуть-чуть залазя наверх. Вот так. И смотрим. Надеюсь, вы не будете сильно меня смущать. И я не застесняюсь. И накрашусь красиво. Это же ведь я знаю. У нас погода вся та же, тепло. Хотя на ночь дверь уже закрываю, потому что такой вот... Нет, в зале, в спальне нет, так у меня там одеяло теплое. А в зале, да, потому что уже сквозь такой вот ветерок свежий. Я еще кусок селедки сожрала с луком. Точнее, лук такой вкусный. Надеюсь, не будет от меня сильно вонять. Вот так, в общем. Я его слепила из того. Ну вот, видите, надо эти тени, которые все равно опали вниз. В принципе, с тенями все. Сейчас приду. Не уходите. Не уходи. Побудь со мною. Я... Водичка, которую я вам показывала.
Я обычно всегда тени сначала крашусь, а потом уже. Потому что тени как-никак все равно осыпаются. Так как это макияж, скажем так, дневной, он очень быстрый и легкий. И не надо вот так глаза сильно мазать. Поэтому с нижним веком ничего не делаю. Сейчас немножко вот тут замажу. Треугольничком надо мазать, говорят. Говорят, что кур дают. И вот такой вот весточкой, вот этой тоненькой, вот так делаю. Пальцами не люблю, они потом грязными становятся. Хотя вот эту вот тоналку тоже с кисточкой размазываю. Не уходи. Ну все. Ну а теперь мы отсюда пудрим, чтобы убрать блеск. Вот так вот. Она не, фу, не очень пахнет, ну как, ничем, не пахнет чем-то таким вот. Ну и все. Ай. О, извините, тут у меня ножка. А теперь мы будем с нами, знаете, что делать? Стрелки. Мой чудо-пупер. Карандаш. И наводить стрелки. Я надеюсь, что вам видно все. Стрелки у меня, знаете, какой метод? Значит, бровка, где заканчивается. Я вот приблизительно, да, беру и рисую стрелку. Вот. Ну, я не очень люблю длинные стрелки, поэтому я ее вот так веду. Сюда вот. Вот так. Потом соединяю серединой глаза. Замазываю, что осталось. И теперь уже по линии роста бровей рисую стрелку. И вот тут вот дорисовываю, если надо, хвостик. Так вот, обязательно надо прокрашивать между ресницами. У меня ресницы прозрачные, поэтому если не прокрашу, будет такой как пробел, что ли, между ресницами. И будет некрасиво. И ту же самую операцию проводим с другим глазом. Вообще не люблю стрелки рисовать. Они всегда разные получаются. Разные. Абсолютно разные. Абсолютно. Фу, не нравится. Ну ладно. Не пойду же я умываться теперь. Что есть, что то есть. Что теперь сделать? Правильно? Вообще разные. Ну ладно. Что есть, то есть, как говорится. Как-то так. Да. Чудо-пупер-завивалка, которая нифига ничего не завивает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, кстати, я сейчас заметила, что брови мне не надо рисовать, они у меня же нарисованы. Ну, нифига себе. Вот так вот.
О, вся уже измазалась. Измазалась. Как? Как? Как это произошло? Как? Хороший карандашик просто так не стирается. Теперь тушь. Тушь. Тушь вообще мы всегда забавно так красим, да, так. Ну, сейчас увидите. Хотя я ничего нормально вроде бы, да? Но обычно как-то так ртом делаю. Когда я одна, я все это намного быстрее делаю. Я тут при вас стесняюсь. Одна я раньше. И все. Еще, конечно, там света побольше. Некоторые как-то вот так умудряются красить. Я так не умею. Я вот так. Или, знаете, один глаз левой рукой, другой глаз правой рукой. И это вообще для меня. Даем подсохнуть немножко. Первым слоем. И вот этим вот мазюкаю. Чтобы придать сияние лицу. Обязательно шейки. Усё. Теперь мазюкаем второй слой туши. У меня ресницы прозрачные, противные. Смотрят не туда, куда надо. Поэтому надо их чесать, вычесывать. И хорошо красить. Ой, а сегодня четверг уже. Сегодня большой брат будет, и кого-нибудь выгонят. Но с тушью надо не перестараться, а то потом они будут как у Барби. И комки такие. С этим глазом у меня вечно проблемы. Все ресницы в кучу. Переборщила я с тушью уже. Ну ладно, больше не буду ничего исправлять. И теперь вот этими будем рисовать себе скулы. Вот этой с кисточкой. Берем вот это. Делаем личико вот так. И вот так вот рисуем скулы. Но не сильно рисуем. Это же дневной, каждодневный макияж. Теперь берем, наверное, вот эти румяна. Это же кисточкой. И улыбаемся. Все. Все. И сделаем сияние под глазками вот этим. Вот так. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Носик, подбородок и над губкой. Вуаля! Расчешем бровки. Обычно их крашу, но сегодня я вчера их покрасила. Расчешем бровки. И все. Я красавица. Сколько у меня это заняло времени? 5 минут. 5 минут. 5 минут. Это много или мало? Сейчас нанесу гель для волос и сделаю себе хаос на голове. Хаос. Чтобы уж совсем красивой быть. И ходить по миру, осчастливить, как это, делать счастливыми людей. Ох, блин. Thank you.
могли бы заметить. Мы уже погуляли, я ничего не снимала дома. Мне сегодня голова болит. Видимо, может быть, от ветра, знаете, или еще что. У нас ветер прям такой сильный. В общем, голова болит. Но он в спортзал можно идти. Никто спортзал не отменял. Поэтому я сейчас собираю сумку. Точнее, она у меня уже почти собрана. Вот. И идем. Сначала я вот так гуляла. У нас еще опять все жарко. Я вам тоже показала, как это. Кстати, удобно. Эта сумка на пояс. Вот это. У меня телефон. Я сейчас с ней гуляю. Думаю, может, таблеточку какую-нибудь тянуть. А то как я буду штангу тягать. Наверное, тяпну какую-нибудь. Видите, видите, какой у нас ветер, ветер, ты могучий. Я майку ту же оставляю. Потом просто ее переодеваю там в спортзале. А шорты уже одеваю такие, спортзальные. Вот эти. Ой, салфетки какие-то непонятные. В общем, вот так. Ничего бы не забыть. Как всегда, а то у меня же голова дырявая. Да? А ты дома посидишь, ты уже погулял. Такие у нас дела. Кстати, вот у этого цветка. Так, палочки надо ровно поставить, кто у меня их тут пахнут. Смотрите, там еще лезет один. Видите? Еще такой же. Я буду думать, буду надеяться, что он вылезет и будет такой же красивый, как этот. Так что, вот так вот, будем ждать. А еще у меня поспела черемоя, и завтра мы его будем хавать. Так что подписывайтесь на канал, чтобы это не пропустить. О, строю макбук. Как он называется? Вот это вот сейчас все едят на камеру-то. Макбук, по-моему, да? Вот, и я буду. Че я? Левая, что ли? Лысая? Ну, почти. Ну и что? Буду лопать черемою на публику. Так что вот так она, я ее в холодильник поспела, надо было бы сегодня, но у меня уже было манго очень-очень спелое, его тоже надо было лопать. Все, в чем проблема, что все фрукты поспевают просто буквально в один день. И это очень неудобно, потому что все не слопать, приходится выбирать. Прибежала быстрее домой, у нас тут здесь стреляют, поэтому Чарли так сидит, смотрите, весь как трясется. Ой, у меня сегодня какое-то состояние, не состояние. Видите, какой стресс у него какой. Небось, я все закрыла. Вот, прям вообще пошла, значит, на занятия. Она ему говорила, башка болит, выпила. В общем, походить по дорожке нормально походила, а на занятиях еле занималась вообще. Наверное, то ли это связано с нашими женскими делами, то ли еще что, сил вообще ни на что не хватило. Даже переодеваться не стала, какой там бассейн, но его нафиг. Еле домой добежала, и вот на полпути, слышу, начали стрелять. Я быстрее-быстрее домой, потому что здесь вот, у него стресс. Да, моя рыба. Ой, сейчас бы полежать, надо идти купаться. Потому что, я говорю, даже там не стала переодеваться в душ, прям вообще в глазах потемки. В общем, состояние не состояние. Я говорю, сейчас шла и только мечтала о зеленом чае. Пойду себе чайку заварю. Блин, идти в душ надо. Я вся мокрая, вся потная от этих занятий. Вообще все вот так течет. Ужас. Воняет, наверное? Да нет, вроде не воняет. Я одежду всегда один раз только надеваю, поэтому вонять не должна. Ой, ну так вот полежать бы еще. Какое-то, прям говорю, состояние не стояние. Даже говорить неохота. И чай неохота заваривать. Просто полежим вот так, Чарли. Да, полежим. Вот. Да, да. Не бойся. Все, не стреляют уже. Все, не стреляют. Да. Ага, да что-то у них какой-то праздник еще. Маленький мой. Да. Да. Видишь, не стреляют? Да. Чего так боится? Я гляжу вот на улице, там люди другие с собаками гуляют, и ничего, нормально. Мой боже... Уже давно бы на руках сидел и трёсся бы весь от страха. Не знаю, боится вот так вот. И все. Не бойся. Не бойся. Не бойся.
прислушивается к каждому шороху. Не бойся, тебя никто не застрелит. Давай, ложись, ложись вот так. Да, ложись, ложись, ложись. Вот. Вот так, моя маленькая рыбка, да. Все? Все? Все равно трясется все еще. Так будем лежать. Ой, время 8, а мы лежим. Еще надо что-то придумать, чтобы покушать, сготовить. Завтра. Я завтра одна остаюсь, так что можно приготовить какую-нибудь вкусняшку. Но неохота. У меня там пельмени есть, может завтра пельмени отварить. В общем, буду лежать и думать. Сходила в душ. Прошлась пилингом по всем частям тела. У меня есть для тела пилинг. Кожа такая хорошая. Сейчас еще помажусь. Алоэ вера у меня вот такой всегда стоит здесь на столе. Вот здесь всегда на столе пилка. И вот этот вот алоэ вера брала в Лидле. У меня очень часто сохнут руки, поэтому я им пользуюсь довольно-таки часто. Ну и сейчас кино буду смотреть, не кино, а сериал. У меня до Большого Брата еще есть время. Знаете, какой сериал смотрю? Довольно-таки хороший, кстати. С одной мысли на другую. Прошлась пилингом, думаю, ну блин, теперь лицо очищенное, надо ее маской, его маской пройтись. Ну и маску наложила. Ну, вы заметили, наверное, да? Так что вот после душа появились какие-то вторые силы. А сериал вот я смотрю. Отчий оберег. Уже третью серию смотрю. В общем, довольно-таки интересные пока что. Не знаю, правда, сколько серий. Отчий оберег. Там революционное время, но там и будет и военное время. Ой, уши чешутся. Когда вода в уши попадает, такое прям чувство иногда, как будто мозги чешутся. У вас так не бывает? Ох! Хочется туда вот так залезть. Это, наверное, значит, что мозги есть все-таки, да? Вот такой вот день сумбурный получился какой-то, знаете, с перепадами. Вот, блин, это что? Бынаки, бынаки, минини, бынаки, бынаки, кунмами, бынаки, да, да. Что за стрельба, не пойму. Не бойся, мой чик. Не бойся, моя лапа такая. Мама с тобой. Да, да, мама с тобой. Все, все. Вот так, вот так. Что ты там скажешь? Стреляют и стреляют, задолбали уже, да? В общем, включим сейчас погромче фильм и будем смотреть и пить чай. Заварила себе Гринфилд. Это травы, травяной чай со вкусом винограда. Очень довольно-таки приятный, вкусный напиток. Вот. И такие вот дела. Может быть, потом еще какой-нибудь фрукт съем. Но не черемою. Черемою буду есть завтра, друзья. Вместе с вами. Помним о моем макбуке. Макбук, по-моему, так называется, да? Так что всем до завтра. И встретимся с вами завтра. Не бойся, мама с тобой, моя лапа. Да, 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 ясно. Это мой чик. Такого жалко. Всем пока-пока.